В результате крупной антинаркотической операции в пакистанском городе Карачи полиция конфисковала у наркодельцов более 7 тонн гашиша. Несколько сотен пакетов с обработанным порошком конопли были найдены в тайнике грузовика рефрижератора, остановленного полицией. О том, что в машине могут быть наркотики, сообщил анонимный осведомитель, позвонивший в полицию. Водитель и два пассажира грузовика арестованы. Предположительно, автофургон направлялся в Афганистан, который является крупнейшим экспортером растительных наркотиков в мире. Представители полиции Карачи сообщили, что на черном рынке Пакистана такое количество наркотика может быть продано за 6 миллионов долларов, а в Европе или США его стоимость составит уже 16 миллионов.